Sanding the table. And, you know, we're gonna play a big old prank on my dad. We're gonna sand this table. And I'm gonna play ball on this guy. And there's a whole bunch of friends coming over. So, I'm gonna sand it. Get my dad really pissed. It's gonna be really fun. Check it out. Починить, он же такой старый. Забил его снять, потом взять,
слегка красочкой пропустил. Вон как Куцер сделал. Куцер правильно взял все стулья, почистил, лаком стрел. И выбросил. А зачем он так сделал? Вот, нормально все. А вот мы возьмем, покрасим, лаком скроем. Чистенько. Вот знаете, раз, больше до этого. Ну вот так вы будете тереть. А что такое волос? Идите встречать. Я серьезно. Окей, show me where. Where the table? What way? Все. Show me where you put table. You bring table? Yeah. Ah, who made the recorder? Yeah. It's my son recorder. Oh, your son? Yeah. Wow, так разгружай, что ли? No. Ah, you don't know. Okay. You were supposed to tell. Что ты мне не сказал? Я сколько время здесь трачу на этот стол, скоблю его, а? Все, что вы говорили. Все, что вы там делали, заснимали вас тоже. Да? Как вы на меня кричали? Ты за это что ли поскоблил его вчера? Okay. Скажи мне, Бог. Okay. А я все заснимал. Вас. Он хотя бы не сказал. Взял, поскоблил стол, я расстраивался, скоблил. $30 Помогай, Лиля, помогай стулья выносить. На расстраиваю, это все, ладно. Сколько вы потратили? $30 уже я потратил. Все это. Да, это много, конечно. Конечно, да. Бога, я тебе там. Бога, ты смех съел на самом деле. Что ты решаешь, мне сегодня постигло? Честно, что вы думали обо мне? Вот такой я злодей. Вот я думаю, ну вот злодень, да, взял ни с того ни с сего, подрал мне с ног и помогать мне. Ну вообще, какое ваше мнение, вот просто чисто, что я сегодня утром, что я вам надергал, ну, начистил сначала. Что вы сначала подумали? Я хотел тебя чисто за уши отодрать, потому что ну что такое. Окей, да-да. Папа. Yeah. You don't find nothing.